Здесь у нас лучезарно. Довольно крупные грозди, крупные ягоды. Тоже очень сочный, сладкий. И есть у него какой-то такой приятный привкус. Не знаю, может быть яблоко, может быть еще чего-то такого. Кушать его очень-очень приятно. И очень хрустящий. Вот прямо ягоду берешь в рот, она аж разрывается от сока. Такой интересный сорт. И при этом он не приторно сладкий. Лоза вызревшая. Ну, третий год. В прошлом году мы тоже сигналку получили. В этом году уже такой хороший урожай.